Главный материал, который мы рассматриваем сегодня, необычайно интересен. Он затрагивает техники медиации, которые плохо освещены в русскоязычной литературе, но вместе с тем это очень актуальные техники именно в условиях России. Почему я подчеркиваю, именно в условиях России эти техники представляют необычайный интерес? Потому что, как вы заметили, на практике фазовая или поэтапная модель медиации, ориентированная на решение проблем, она целиком направлена на рациональный способ мышления. Я опять напомню, у нас на прошлом занятии отрабатывалось вступительное слово медиатора. Ксения Владимировна очень хорошо подготовилась в качестве медиатора. Какой мы кейс рассматривали, Ксения Владимировна? Напомните, пожалуйста. Спор между женщиной, которую немножко придавила автомобилем. Возмещение ущерба здоровью, да? Возмещение причиненного ущерба, причиненного вреда здоровью. Мне понравилось, как вы проводили это занятие. В целом, вступительное слово медиатора. Итак, у нас есть несколько этапов, правильно? Для того, чтобы медиацию провести. Сейчас я попробую... Что-то тут замер немножко. Вопросы, которые мы хотим сегодня рассмотреть. Если вы посмотрите правое окно,